разные культуры. Я Италию очень люблю. Да я все, но я больше всех люблю Италию. Почему? Хочу бы, когда я был маленьким, мне показала моя мама один фильм. Операция «Святой Януарь». Это в Наполе происходит уже там. Mm-hmm. Там один там. Ну, я понимаю, ну это очень крутой фильм, да. Ну, короче, 50 какой-то год. Там же мафия. Ну, Наполе. А там еще один «Святой Януарь». У них же там святые такие, да, mm-hmm. памятники и так далее. А вот так, год один раз. Ну, местные какие-то деньги дают, ну, деньги как, ну, пожертвования какие-то и так далее. А там очень большой богатый, миллиарды какие-то. И двое американцев приезжают, они хотят ограбить. Это, ну, у них подельников нет там. Сначала пойдут на зоне, там один дом сидит. И потом он скажет одного парня, Дуду его зовут. И он очень крутой актер, итальянец какой, Нино Манфреди его зовут. Да, он очень крутой актер. И заходит к нему, и начинается моя Италия. Тбилиси мой. Шум, именно вот это. Привет, Дуду, как ты, Кончетина? Вот это я с ума схожу, когда они так говорят. И я увидел, как он спускается, думал, старый Тбилиси, Сололаки подумал, и в Рахе влюбился. Потом уже, ну, потом мафия.